Мистер Версетти! Полковник, спасибо, что зашли. Пожалуйста, присаживайтесь. Может, лобстера? Нет, спасибо. Мне неприятно признавать, что одной из причин наших общих проблем стал слишком длинный язык человека, которому я доверял. Я заботился о Гонзалесе многие годы, но его некомпетенция достигла новых высот. Вам, пожалуй, стоит убить Гонзалеса. Он это сделал. Меня очень волнуют деньги. За вашу работу я вознагражу вас. А затем мы найдем ваши деньги вместе. Он будет в своем пентхаусе и, скорее всего, выпившим. Воспользуйтесь этим. Сейчас я заткну твой большой рот. Эй, у него бензопила. Хватит бегать, жирный слизняк. Отвали от меня, дешевый ублюдок. О, боже мой. Я растратил свою жизнь и внешность. Стой спокойно, все будет быстро. Я заплачу двое больше, Томми! Двое! Хорош визжать! Это никому не интересно, жертвест! Make me run and I'll get all sweaty.